С борта Международной космической станции поздравляю футбольный клуб и общество «Динамо» с днем рождения. Сегодня известному на весь мир бренду исполняется 99 лет. В преддверии столетнего юбилея желаю «Динамо» процветания, а футбольному клубу только побед и, конечно, чемпионства в ближайшее время. Всегда на связи космонавты Роскосмоса Сергей Корсаков, Олег Артемьев и Денис Матвеев.